Но перед началом ролика я хочу вам рассказать про сайт по продаже робоксов Robux 500. Тут вы всегда можете купить робоксы по низким ценам. Выдача осуществляется через группу. Я проверял, все четко. А также у них проходят различные конкурсы и акции. Пользуйтесь, все ссылки будут в описании. Друзья, всем здрасте, забор покрасьте, с вами как всегда Бамбуком Дядька Панда, добро пожаловать к нам в гости, Roblox Shindo Life. Так, мы тут с подписчиками бегаем, фанимся, играем, скрин, да конечно делайте, ребят, скрин, мне же не жалко. Так, пушитики, короче, только встал с утра, там у разработчика опять какие-то приколюхи, ребята, опять какие-то новости, капец. Во-первых, завтра выходит видос, во-вторых, ребята, попадос, короче, разработчик показал свое лицо, ну, там кто уже прошаренный, ребята, уже давно видел, но сейчас мы пойдем все это дело глянем. Также у него там новенький, ребята, мега бомбический трейлер канала, ну это интро, наверное, да, можно сказать. И далее, ребята, там еще у нас пару новостей. У нас там выходит Райан Рингоку, по-моему, или что-то там еще какие-то приколюшки, ребят. Сейчас, короче, пойдем все с вами посмотрим, ребята. Но самое главное, ждем, конечно же, обновку, ребят. Как это все дело выйдет, я вам все сниму. Ну что, сделали скрин, ребят? Давайте всем жму лапу. Так, ну что, ребята, чтобы все это дело нам не пропускать, чтобы не пропускать все новости, ребят, тем более сегодня мы с вами идем на Кураму. Всем приготовиться, ребята. А завтра у нас раздача робоксов, поэтому, чтобы это все дело не пропустить, обязательно не забываем, ребят, подписываться на канал, жмякать колокольчики, влепить царский, сочный, бамбуковый лайкос. Потому что папатос. Давайте, ребят, всем удачных выходных, а мы начинаем. Рыба-карась, панда понеслась. Итак, ребята, с чего начинаем? Смотрите, I'm buffed Сингоку. Go cry на бойтер. Короче, я пробафал Сингоку, давайте начинайте плакать об этом. Сингоку и так был один из самых топовых, ребята, его еще и пробафали. Ну, либо пробафают в ближайшее время, ребят. Это 30 июля, это у нас что получается? А вчера был этот пост. Короче, у кого есть Сингоку, ребята, всем жму лапку, да? Так, ладненько, движемся дальше. Самое главное, ребят, смотрите, анонсировал у нас Forged Рингоку, очуметь. У нас там Рингоку уже куча есть. Так, где-то я здесь, ребята, вам все нашел. Так, да, вот смотрите, у нас все блудлайны, но именно которые вот этими с глазами, да, у нас. У нас есть Рингоку, ребята. У нас есть Райан Рингоку, а также у нас есть Дева Рингоку. Но Дева Рингоку, он то же самое, что Дева Сингоку. И теперь у нас все это дело еще будет прикреплено одним, ребята, Рингоку. Это, соответственно, вот этот и будет. Forged, ребята, Рингоку. Я так понял, это, скорее всего, будет, наверное, ребята, Обита Рининган, ребята, да? Но, как говорится, не точно. Ну, скорее всего, наверное, так и будет, да? В любом случае, ждем. Я уже хочу все это дело, конечно же, выбить и затестить. Интересно, его можно будет просто выбить, либо надо будет с босса выбивать. Как вы помните, ребята, я вчера еще снимал видосик, там еще и босс у нас новенький уже с ивентом нарисовывается на горизонте. Короче, будет интересно, будем наблюдать, да? Так, далее, ребят, смотрите, кто это у нас тут? Очень сильно похож на Риншики, ребята, да, помните? Но здесь у нас получается не зеленый, вот это вот у него топор, оружие, а такой более... ну, желтый, да, какой-то. И такие тоже вот потеки, ну, как у Мамашики, ребята, да. И написано, кто это здесь у нас? Кто это? Что это за дяденька? Как его зовут, да? Будем ждать, ребята, очень интересно, да. И самое теперь еще вкусненькое, ребята, переходим к видосику. Ну, надеюсь, меня здесь за лапки не возьмут, ребята. Face Rebel Real Games Intro, ребята, 2021. Вот это разработчик, ребята, один из братьев. И он здесь показал свое лицо, но мы его уже видели, ребята, мы его уже видели. Так, давайте мы сейчас посмотрим, и самое главное, там коротенький будет, ребята, интро, это там 15, по-моему, секунд я засекал, ну там просто бомба. Так, ну я здесь, наверное, промотаю. Я здесь послушал, он говорит, типа, мы долго делали, ему там помогали ребята какие-то. Пока мест нету субтитров, ребята, здесь. Вот, типа, мол, я люблю тебя, бро, Эйс Плэш. Спасибо тебе то, что делал, ну, помогал делать интро. А также мой приятель Витгейменейт, ребят, типа, он помогал, ну, типа, мол, там эти SFX эффекты для трейлера. Ну, короче, тоже, вот эти ребята помогали ему делать все это дело. И он там говорит, мы так долго к этому шли, бла-бла-бла. А, еще он начинал, короче, а я использовал, типа, IRL, это я так понял,
In Real Life концепт, вот это вот то, что там говорят, как в реальной жизни, 4-5 лет назад. То есть, видите, у него 2017 год здесь, ноябрь, да, видеолог, I'm getting older. Смотрите, у него же притесон был здесь более-менее короткий, а здесь он теперь вообще волосатый, да, чел? Ну, он говорит, amazing, amazing, типа, спасибо, ребята, я вас всех люблю, всем бамбука, всем добра, всем печенья. Блин, надеюсь, меня тут только за авторские права за лапки не возьмут. Типа, это очень безумно, crazy. 2021. Все, ребята, полетели. Так, тихо, я тут только потише, наверное, сделаю. Ну, надеюсь, меня за лапки не возьмут. Смотрите, черно-белая такая. Нет, давайте, наверное, сейчас я посмотрю полностью, ребята, без пауз, а потом мы уже с паузами посмотрим. То есть сейчас мы просто насладимся. Бунч. Шаринган. Да, маг. И лягушка, ребята. Ну и в конце, конечно же, Курама, ребята. И вот этот мне нравится концовка, когда у нас кунай втыкается в дерево. Ну и все, типа, мол, мы в шоке. Мы, типа, все в шоке. Это было просто огонь, это было просто бомба. Но самое главное, он там потом еще скажет, ждите видео завтра. То есть, по ходу дела, завтра обновка, ребята, будет. Так, это сколько? 31 июля. Ну, это сегодня он выпустил, да? Да, это получается сегодня. Завтра, скорее всего, видос, ребята, и завтра, скорее всего, обнов. Но, как я и говорил, либо суббота, либо у нас воскресенье, да? Смотрите, столб падает, прыгает, короче, на столб, чел. Хопа, где-то у него сейчас будет. Вау, красота, да, ребят? Ну и здесь пошел, ну, с два челика сражается. И сверху еще этим, огнем, ребята. Огнем, вот он, прикольно. Блин, мне надо музыку выключить, иначе меня тут точно за лапу возьмут. Бам-бам, хлоп. Лягушка, ребята, выпрыгивает. Real Games. Вау, хвостатый. Блин, как бомбически выглядит. Интересно, сколько у него по времени и по денежкам это все ушло. Я бы такое тоже хотел заказать. Но Вангу это очень долго делать и довольно-таки дорого. Хлоп, вот это мне нравится. Кунай втыкается, ребята. И это, как в анимехе, да? Хлоп сгорает. Ну и здесь стандартно. Это эффекты легко наложить. Ну что, прикольно. Теперь по ходу дела вот этот трейлер, ребята, будет постоянно мелькать у разработчика в видосах. То есть завтра он выходит, наверное, видос, ребята, и будет здесь то же самое, да? Ну что, прикольно, мне нравится, поздравляю его. С удовольствием будем смотреть каждый видосик, ребята, да? Тем более, следующий у нас будет уже завтра. Ну что, ребята, ждем все вкусняшки, ждем все приколюшки. Обязательно вам все сниму, побегаем, пофанимся, поиграем. Напоминаю еще раз, сегодня идем на Кураму. Ну а завтра раздача робоксов. Все, ребят, всем удачи, всем жму лапу и всем пока-пока.